Okay, good morning, everybody. Good morning. Hi. Can we have a very good day today? У нас сегодня будет замечательный день. So, at the core of living, life is a journey. В самом сердце жизни это путешествие. Is this notion that you create your reality? Это понимание того, что вы создаете свою реальность. It may feel like it's just happening to you. Вы можете себя чувствовать, как будто она случается с вами. But you are actively constructing it. Но вы активно ее создаете. So these constructions that you make. И творения, которые вы делаете. They didn't start with you. Они начались не с вас. When we talk about who is the you that is creating reality. Когда мы говорили о том, кто такой вы, который создает реальность. We're not just talking about you as an individual. Мы говорим не только о вас как об отдельном человеке. We're talking about you as a family. Мы говорим о вас as a family. As a family. Как о семье. We're talking about you as a culture. Мы говорим о вас как о культуре. We're talking about you as a human being. О вас как о человеке. That has been creating reality for thousands and thousands of years. Который создавал реальности в течение тысяч и тысяч лет. So this idea that you create reality should not be reduced to a solipsism. Поэтому идея того, что вы создаете реальность, не должна сводиться в одну точку, к чему-то узкому. As it too often is in the new age. Она открывается по-новому. Because you get into some, I think, very unhelpful self-blaming. Потому что иногда мы начинаем совершенно без всякой помощи себе винить себя. For example, if you have an illness, it's because you had negative thoughts. Например, если у вас есть какая-то болезнь, то это происходит потому, что у вас были негативные мысли. Mentioning to somebody the other day, if you happen to be grew up near Chernobyl. А потом оказывается, что если вдруг вы родились где-то неподалеку от Чернобыля. And you got ill. И заболели. I wouldn't look to your individual thoughts. То я бы здесь меньше обращал внимание на ваши индивидуальные мысли. So it's important that we don't reduce it to this isolated individual creating reality. Очень важно, чтобы мы не сводили всю идею к тому, что один человек создает всю реальность. So the other important point on that is that the reality that you create can get conditioned and fixed. Есть еще кое-что важно. Реальность, которую вы создаете, может быть обусловлена, может быть зафиксирована. It can become, in essence, a default value. Может приобретать значение по умолчанию. A default value means. Значение по умолчанию я имею в виду, что. That is the choice that is going to be made. Это тот выбор, который вы будете предпринимать. Automatically. Автоматически. If you don't do anything else. Если не сделаете что-нибудь еще. Okay, that way you don't have to be in this cosmic state every moment. Для этого вам не приходится находиться в состоянии связи с космосом постоянно. That's what we mean by a conditioned consciousness. Вот это то, что мы имеем в виду, когда мы говорим об обусловленном сознании. A lot of those learned habits, unconscious conditioned processes are great. И очень часто привычки, которые мы изучаем, процессы обработки, они замечательно нам помогают. But the ones that are no longer helpful. Но те, которые уже не помогают нам. We need the capacity to release them. Когда мы ими обладаем, мы должны постараться, чтобы снизить их значение. And then be able to create new ones. Отпустить, а затем создать новые. So these two basic relational strategies then. Две фундаментальные стратегии отношений в данном случае. Neuromuscular lock. Это нейромускульный зажим. Which ensures that what you experienced before, you will experience again. Который гарантирует вам, что то, что вы переживали когда-то, вы переживете снова. Or creative flow. Или креативный поток. Which means that you have new choices available.
которое означает, что у вас есть новые возможности выбора. So a lot of what we've been doing then is многое из того, что мы делали, это исследование. Is that what are the mind-body conditions that allow creative flow? Какие условия связи между разумом и телом позволяют нам создавать эти зажимы? So in that there's a belief that reality at every level is not fixed. И есть также убеждение, что реальность на каждом уровне не является зафиксированной. Like мы хотим почувствовать ее больше как волну. Что-то мерцающее. А не что-то зажатое. So но для того, чтобы сделать это, мы хотели бы, чтобы наша наш зажим, наше напряжение сделало вот так, же, внимание, this. Сделало вот так, а не вот так. So that's pretty simple, yeah? Идея очень простая, да? We want to do this, мы хотим делать that вот when, так, when we meet something, когда мы встречаемся с чем-то, we want to radiate out from, мы from хотим rather than locking onto it. Излучать наружу, вместо того, чтобы зацикливаться на чем-то. I further mentioned that this locking, я говорил уже о том, что когда мы на чем-то зацикливаемся или блокируемся, which makes foveal, focal vision primary, то, что приводит нас к фовеальному, к узкосфокусированному зрению, that foveal vision only has access to one degree of perceptual field. Мы получаем доступ в режиме фовеального или узкосфокусированного зрения только к одному градусу из 360, которые нас окружают по периметру. So it's a very narrow beam. Это невероятно узкий луч. So if you're looking for something new, и если вы ищете чего-то нового, that's probably not a good perceptual strategy, то, скорее всего, это не самая лучшая стратегия для восприятия. To put your attention on a one degree focus. Направлять свое внимание всего лишь на фокус в один градус. So what we're looking to do is open. И мы с вами учимся открывать. And for a lot of us, we have this sense that if I open, I'll just be. У многих из нас есть такое представление, что если я откроюсь, то я потеряюсь. And then, perhaps more importantly, I'll be too vulnerable. Или, что может быть еще более важно, я буду слишком раним. That opening means being unsafe. Открытость для нас стала равносильной небезопасности. And this is something we really want to explore. И это то, что мы с вами хотим поисследовать. And hopefully get an insight that closing down makes you more unsafe. И будем надеяться, обнаружим, что когда мы закрываемся, именно тогда мы становимся в большей небезопасности. They've done these studies with muggers. People who rob people on the street. Исследования проводились на ворах, на тех, кто нападает на улице. And they show muggers videotapes. Показывали записи видео ограблений. People walking on the street. Когда человек идет по улице. And they say, who would you select as your victim? И они говорили, кого бы вы выбрали в качестве жертвы для будущего грабежа? And there's remarkable agreement. И было невероятное согласие. The mugger said, I'll get her. Грабитель говорит, я бы на нее обратил внимание. So they're trained professionals. Они обученные профессионалы. They know who to select. Они знают, кого выбирать. So the question is, what do they see? И вопрос заключается в том, а что же они видят? That would make that person the likely target. Что делает такого человека вероятной жертвой? They see an unconscious person. Они видят бессознательного человека. Somebody that's not aware, somebody that's not grounded. Человека, который не находится в поле восприятия, который не приземлен, не укреплен. Somebody that's not present. Человека, который не здесь. So when you go into this, и когда вы входите вот в такое состояние, do you really feel more safe? Чувствуете ли вы себя по-настоящему в безопасности? And how long can you hold this? И сколько вы можете в таком состоянии продержаться? If you do this, если вы делаете вот так, do you really feel more safe? Чувствуете ли вы себя в большей безопасности? If you do this, если вы делаете вот так, do you really feel more safe? Чувствуете ли вы себя в большей безопасности? So the notion of center is that you drop and you extend. Понимание центра в том, что вы проваливаетесь и вы расширяете your presence свое присутствие into the world. В мир. So this presence is what we call это присутствие или ваша сущность, мы ее называем chi or ki or subtle energy.
чи или ки или тонкая энергия, если and угодно. Again, you feel it when it's there in somebody. Вы ее чувствуете, когда она в вас есть, многие из вас. You feel attracted to it. Вы чувствуете, что вас к ней влечет. It's like I can feel I'm interested in this person. Да, когда можно сказать, да, мне этот человек интересен. So in the work we call this second skin. В нашей работе мы дали этому название вторая кожа. And it's what you need to be visible in the world without feeling exposed. Это то, что нужно для того, чтобы быть видимым в мире без того, чтобы быть сродни обнаженному. So first skin is physical skin. Первая кожа – это ваша физическая кожа. But if you're meeting everything in the world here, но если вы будете встречать все, что происходит с вами в мире этой кожей, it will feel too raw. Мир будет чувствовать себя слишком грубым. Мир будет ощущаться слишком грубым. Когда вы расширяетесь до своей второй кожи, это там, где вы встречаете что-то и что-то между ними. Почему? Потому что я продвинулся вперед. Мое ощущение себя находится вот здесь. Если вы считаете это слишком эзотерично, можете сказать, парень из Калифорнии. Think back to those experiences that you go into when you need to reconnect with yourself. Тогда вспомните те моменты опыта, когда вам нужно было воссоединиться с собой. So I go walking, I go reading, I play music. Я иду, гуляю, или я читаю, или я слушаю музыку, или я занимаюсь спортом. And in those experiences, does your internal dialogue increase or decrease? И в ходе таких опытов, таких переживаний, ваш внутренний диалог нарастает или уменьшается? If it increases, you probably should try another practice. Если он увеличивается, то, пожалуй, вам стоит обратить внимание на другую практику. You should probably find something else. Поищите что-нибудь другое. But isn't one of the pleasures of the activity? Но одна из приятных частей этой работы в том, the mind that's trying to control the world one relationship at a time, что мир, который пытается проконтролировать мозг, который пытается проконтролировать мир, беря отношения за отношениями, он расслабляется. Now, in those experiences, when you're cooking, listening to music, do you feel more or less in control? И когда вы, например, готовите, вы чувствуете себя более контролирующим или менее контролирующим? Or is control really the word that you would use? Или является ли контроль тем словом, которое бы вы использовали для того, для описания этого? Say, well, I don't feel I need to control. Мне не нужно контролировать, у меня нет такой потребности. And thirdly, и в-третьих, where does yourself end? Где заканчивается ваше «я»? So when you're in those states of well-being, когда вы находитесь в таком состоянии хорошего самоощущения, show me where your boundaries end. Покажите мне, где находятся ваши границы. And even the non-Italians start using their hands. И тут уже даже не итальянцы начинают размахивать руками. They say, it doesn't end. Говорят, ну где-то вот так. It's what происходит вот some это. Some people would call a state of non-duality. То, что мы называем недуальным состоянием. This is second skin. Вот это и есть вторая кожа. You're not born with this. Вы не рождаетесь с ней. So when you're a child, и когда вы ребенок, your family is your second skin. Ваша семья играет роль вашей второй кожи. We're talking about a young child responding to a stranger coming into a room. Мы говорили уже о том, как ребенок, маленький ребенок реагирует на то, когда чужой человек заходит в комнату. And when a stranger comes in the room, where does that child look? И когда чужой человек зашел в комнату, куда будет смотреть ребенок? Automatically look to mama or papa. Автоматически взгляд бросает на маму или на папу. Because mama and papa is the second skin. Потому что мама или папа и являются своего рода второй кожей. And as I was demonstrating the other day. И как я показывал когда-то. Is that you see a kid do something like this. Если вы видите, что ребенок делает что-то вот такое. Because this is the second skin. Вот это для него вторая кожа. So your family is your second skin. Ваша семья – это ваша вторая кожа. Ethically, morally. Этически, морально. They have a commitment. Они дали обязательство. To provide that safe space. Предоставить вам безопасную территорию. Often it doesn't happen.
Очень часто этого не происходит. And so you don't develop your own second skin? И вы не развиваете собственную вторую кожу. Or it may not be honored in that family. Или, может быть, это не происходит, вы не видите это в своей семье. One of the most severe consequences of trauma. И одно из самых жестких последствий травмы состоит в том, что травма прорывает дыру во второй коже. So the space around you и пространство, которое находится вокруг вас, gets violated. В него легче попасть, в него происходит вторжение. It tears a hole. Прорывается дыра. And that hole opens the space into the underworld. А дыра открывает проход во внутренний мир. And all this intense stuff starts flooding you. И все невероятно интенсивное из внешнего мира начинает вас переполнять. And one of the major sequelae of trauma, consequences. Одна из наиболее основных и важных последствий травмы состоит в том, что человек не чувствует себя в безопасности, будучи в мире. They feel that they're exposed. Человек чувствует себя, как будто он раскрыт. They feel this raw feeling. Он чувствует, как будто оголенной кожей он соприкасается с ним. They don't have the capacity to spread that second skin. И у него нет способности тогда раскрыть свою вторую кожу. So they develop pseudo second skin. И они создают псевдо вторую кожу. They build these psychic walls. Или создают психологическую стену. They numb themselves. Или себя загоняют в рамки обезболивания, онемения. Drugs and alcohol. Наркотики или алкоголь. Is our pseudo second skin. Это тоже наша вторая псевдокожа. Because when you get high, if you would call it that. Потому что если вы улетаете, если можно это так назвать. You get this. Под кайфом. Под кайфом. Спасибо. You feel this warm. Вы чувствуете такое состояние теплоты. И у меня все хорошо, как говорят некоторые. Но это на самом деле не настоящая вторая кожа. So, in order to be, allow ourselves to be fully visible. Для того, чтобы позволить себе быть полностью видимыми, we need to drop into our body. Нам нужно провалиться в тело. And then extend. И затем расшириться. And feel that the primacy of consciousness is subtle energy. It's not classical hard energy. Почувствовав, что основа сознания — это тонкая энергия, это не классическая жесткая энергия. This is all these ripples. Это круги. All these threads. Это линии. That we can be able to move in. И мы можем их двигать. So the poem I want to read to you this morning. Сегодня утром я хотел поделиться с вами стихом. Great poem called Monet refuses the operation. Который называется прекрасный стих, он называется Monet отказывается от операции. And you know Monet's paintings. Вы видели картины Моне? Were great sort of quantum wave painting. Они выглядят как картины, составленные из квантовых волн. Have any of you ever been to the Paris Museum? Доводилось кому-то из вас побывать в Париже? Where those big Monet paintings are? И видеть большие картины Моне вживую? Oh, there it is, but that's not the big one. Да, вот одна, но она не самая большая. So the little museum, L'Orangerie. Небольшой музей Л'Оранжери. Right next to the Louvre. Рядом с Лувром. Is that you have these about 10-meter wide paintings? Представляет 10-метровые по ширине своей картины. By Monet. Написанные Моне. And you go in these rooms and they have these benches that you have to sit on. Вы заходите в галерею, садитесь на скамейку. And then in order to apprehend the painting as a whole. Для того, чтобы воспринять картину как целое. You have to do this drop. And open. Нужно сделать то же самое, провалиться и открыться. When peripheral vision is dominant, и когда периферийное зрение преобладает, then everything is waving. Тогда все начинает Things течь волнами. Locked.
вещи не закреплены. You feel that things are more subtle. Вы чувствуете, что все вокруг становится более тонким. So that's what we're trying to have as our primary attention. Это то, что мы стараемся развить в себе как основополагающее внимание. So here's what she has to say. Her name is Liesl Müller. И поэтессу звали Liesl Müller. She was born in Germany, moved to the States. Она родилась в Германии, переехала в Штаты. And she says, "Doctor." И она говорит, она пишет так: "Доктор." You say that there are no halos around the street lights in Paris. Вы говорите мне, что фонари в Париже не окружены кругами. And what I see is an aberration caused by old age. То, что вижу я, лишь искажение от старости, от удара. An affliction. But I tell you, it has taken me all of my life. А я вам отвечаю, что у меня вся жизнь ушла на то, to arrive at this vision of gas lamps as angels. Чтобы научиться видеть газовые лампы как ангелы. To soften and blur and finally banish the edges. Чтобы смягчить, размыть и в конце концов убрать те края. That you regret that I don't see. Которые я уже не вижу, а вы про это сожалеете. To learn that the line I call the horizon. Научиться, что та линия, которую я называю горизонтом, does not exist. Не существует. That's good. And that sky and water, и что небо и вода, so long apart, такие разделенные, are the same state of being, являются одним и тем же. It's been 54 years before I could see. 54 года прошло до того, that the ruined cathedral is built of parallel shafts of sun. Как я научился видеть Руанский собор, построенный из параллельных лучей света. And now you want to restore my youthful error. А сейчас вы хотите вернуть меня к моим юношеским ошибкам? My fixed notions of top and bottom. К моему представлению о том, что верх и низ там, где они есть? And the illusion of three-dimensional space. Иллюзии трехмерного пространства. What can I say to convince you? Что я могу сказать, чтобы убедить вас? That the houses of parliament dissolve night after night. Что парламент ночь за ночью to become the fluid dreams of the Thames. Растворяется, становясь текущим сном Темзы. I will not return to a universe of objects that do not know each other. Я не вернусь во вселенную к предметам, которые не знакомы друг с другом. As if islands were not the lost children of some great continent. Как будто острова не есть потерянные дети великого континента. The world is flux. Мир здесь. And light becomes what it touches. Мир связан, и свет становится тем, к чему он прикасается. Light becomes water. Становится водой. Light becomes lilies on water. Становится лилиями на воде. Above and below water. Над водой и под водой. It becomes lilac and mauve and yellow and white. Становится лиловым и розовым и желтым и белым. And cerulean lamps. И лампы. Small fists passing sunlight. Маленькие комочки пролетающего солнечного света. So quickly to one another. Так быстро летящие друг к другу. That it would take long streaming hair inside of my brush to catch it. Заставляют меня взять самую длинную, самую изящную кисть из тонкого волоса для того, чтобы их запечатлеть. To paint the speed of light. Запечатлеть скорость света. Our weighted shapes. Взвешенные формы. These verticals. Вертикали. They burn to mix with air. Которые горят, сливаясь с воздухом. And it changes our bones. И это меняет наши кости. Our skin. Нашу кожу. Our clothes. Нашу одежду, превращая ее в газ. To gases. Doctor, if only you could see. Доктор, если вы смогли бы лишь увидеть. How heaven pulls earth into its arms. Как небо поднимает землю в своих дланях. And how infinitely the heart expands. Как бесконечно расширяется сердце для того, чтобы сказать: этот мир. Blue vapor without end. Лишь пар без границ. Doctor, I refuse the operation. Доктор, я отказываюсь от операции.